Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий статус мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Он был разработан депутатами-активистами ОНФ. В июле 2014 года президент России поручил правительству при участии Общероссийского народного фронта обеспечить учет и бесперебойную работу на территории страны мемориалов, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне. В нашей московской студии один из авторов законопроекта – депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко. Наталья, зачем нужны поправки в закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества и закреплении статуса мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти»? В 2015 году Общероссийский народный фронт провел полную инвентаризацию «Вечных огней» по всей стране. Выяснил их точное количество, но когда мы проводили, так сказать, согласительные совещания с регионами, то выяснилось, что регионы по-разному понимают эти мемориалы, как их считать. То есть, например, они посчитали вначале только те, которые горят постоянно, то есть подключены к магистральным газопроводам. Но факт был в том, что даже эти не всегда горели в регионах. Другие регионы считали, например, вечными огнями даже мемориалы, где просто барельефы с изображением вот этих горелок, значит, с изображением огня. То есть мы поняли, что чтобы выполнить поручение, а именно обеспечить бесперебойное функционирование вечного огня, мемориала «Вечный огонь», мы должны навести порядок сначала в нормативной части, именно определить, что такое «Вечный огонь», а что такое «Огонь памяти», как мы его назвали. Тот огонь, который горит только по определенным датам и который технически невозможно обеспечить постоянно горение этих огней. Смогут ли эти поправки усилить ответственность, например, за погасший огонь? Такие случаи произошли этой весной в Омске и Новосибирске. Ну, какой-то особой дополнительной ответственности мы в этой части не вводим своими поправками, но мы понимаем, что сейчас в нашем законе нет даже понятия, что такое вечный огонь, что такое огонь памяти. Естественно, в данном случае ответственность очень размытая для чиновников, когда будет понимание, что такое вечный огонь, огонь памяти, и, естественно, это будет корреспондироваться на те обязанности муниципалитетов, в частности, и других органов власти, благоустраивать, реконструировать и учитывать данные сооружения и мемориалы, то, безусловно, будет более четко работать и ответственность, которая уже существует в нашем законе, а именно неэффективное исполнение полномочий органами власти своих или, например, исполнение положений закона. Сколько стоит содержание таких мемориалов и кто должен нести эти расходы? Конечно, если мы говорим о вечных огнях и обеспечении именно бесперебойного горения вечных огней, в постоянном режиме, то это, конечно, дорого. То есть мы смотрели по ряду муниципалитетов, ну, примерно это 400 тысяч рублей в год. Но мы понимаем, что не везде возможно обеспечить это горение постоянно, да, и технических возможностей нет. Поэтому мы здесь говорим не об этом, не о том, чтобы все мемориалы «Вечный огонь» стали именно таковыми, да, которые у нас в стране есть. Мы говорим о том, чтобы люди четко имели представление. Если это вечный огонь, то он действительно должен гореть вечно, и на это деньги должны выделяться. Тем более, если местное сообщество хочет, чтобы у них был именно вечный огонь. И тогда муниципалитеты должны учитывать мнение граждан. Если же это другой мемориал, то люди должны понимать, в какие даты он горит. Да? Если он не горит, тогда они должны реагировать, писать обращение в прокуратуру, другие органы для того, чтобы этот мемориал был зажжен в определенные даты. В ОНФ подсчитали и проанализировали состояние таких мемориалов во всех регионах. Впервые установлено их общее число – 3969. Их количество и сегодня продолжает расти. Изменятся ли требования к вновь создаваемым объектам?
Ну, на сегодняшний момент нет, но после вступления в силу наших поправок и наведения порядок вообще в этой сфере, я думаю, и муниципальные органы власти, и региональные, и федеральные будут более ответственно подходить к созданию таких комплексов. И люди действительно хотят, чтобы огни зажигались, да, то они должны зажигаться, но мы должны понимать, что это все-таки тоже ответственно должно быть решение, которое в первую очередь базируется на мнении общества. И своим законопроектом, в частности, мы создаем основу для эффективного общественного контроля в этой части. Спасибо. Гостем нашей московской студии была депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко. Один из авторов законопроекта о статусе мемориалов, посвященных памяти погибших в Великой Отечественной войне.